Всем зрителям, подписчикам канала Райская усадьба, привет! Сегодня у нас 23 августа 2017 года. Построили теплицу арочную, шириной 1,5 метра, длиной 5 метров. По торцам у нас расположены разрезные двери-форточки. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Каркас теплицы изготовлен из профильной трубы 20 на 20. Полимерно порошковая окраска. Сама конструкция стоит на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком и дополнительно зафиксирован к земле с помощью колышков. Также к каркасу прикручены диагональки укосины. Теплица у нас простая, без наворотов. Чем проще, тем надежнее. Ну вот на этом все. Задавайте вопросы, пишите свои комментарии, ставьте пальцы вверх. Всем пока.